скажу одну конкретную вещь, которую нам необходимо сделать, из чего начнется эта страна. Она еще не состоялась, она еще по-настоящему не началась. То, что мы там принимаем бюджет на основе пенсии 1000-1500 гривен, значит только одно, что мы за счет пенсионеров сегодня содержим это государство. А нам необходимо сделать только одну вещь. И государство начнется. Победить в этой стране олигархию и политическую коррупцию. И раз уже 17-й год, я буду все делать. Я костьми лягу, чтобы состоялись перевыборы. И в парламенте появилась первая левая партия. Сергей, европейская не левая партия. Обязательно я об этом поговорим. И чтобы мы олигархов запретили на уровне конституции. Следующий Николай. На Николай, приготовьтесь, но сейчас Алена Шкрум. Вот Сергей говорит о борьбе с коррупцией. Первое, что нужно в этом делать, первые шаги по борьбе с ней, да, по-моему, называть конкретные имена. Мы только что хотели это сделать, как мне показалось. Ну, я просто хотела сказать еще, якраз лотерея, это была в том числе плата за голоси Народного фронта, потому что эти гроши идут в МВС, идут Явакову, и он бы не проголосовал без этого. То есть конкретные прізвища имеют конкретные коррупционные потоки, и чему люди живут погано. Это не абстрактная коррупция, это очень конкретные прізвища. Хорошо, кого кормит янтарь? Кого кормит нелегальная добыча янтаря? Кого кормит игорный бизнес? Звичайно, тех же самих МВС. Игорного бизнеса в Киеве собирают дань и платят зарплату народным депутатам Народного фронта. Я это от них слышу. Чому? Дивіться. Проституции собирают по всей стране и платят зарплату чиновникам, которые делегированы во власть Народного фронта. Это мафия, ее надо вычищать, дезинфицировать страну от Авакова и Народного фронта и Яценюка. Так что они сделали? Сергей, я прошу прощения. Что они сделали? Я просто выхожу сейчас выгоните меня уже. Так вот, Алена, это очень важно. Знаете, что они сейчас делают? Новая стратегия. Так уж получилось, что я раньше был, ну скажем так, у меня есть некие знакомые в окружении Яценюка. Так вот, что они придумали. Они сейчас, понимая, что Авакову уже все, начали большую кампанию по отбеливанию Яценюка и Турчинова, готовясь к новым выборам и новому проекту. Вот вам, не получится. Мы все сделаем для того, чтобы вас посадить в тюрьму.